Я нарисую ясное небо, чтобы лето без дождей. Смотри, блестяшка, она снимает. Точно, что говори. Я буду петь песенку «Ласточка». Поддержите меня. А это Даня! Я Даня! Нет, я! Ну, вообще-то это я, Даня. Это я, Даня. Ребята, дети, родители, бабушки, дедушки. Это конкурс «Лети со мной». Всем привет, здравствуйте. И сегодня в этот день, целый день мы с вами вместе проведем. И знакомьтесь, это Блестяшка, а я Соня Лапшакова. Сегодня мы будем с вами. Приятно познакомиться.
Итак, мы можем начинать? Да. Сегодня на звание лучших исполнителей будут бороться почти 40 ребят из разных городов от 3 до 13 лет. На нашем конкурсе свои номера покажут ребята со всех уголков нашей страны. Это из Москвы, Подмосковья, Саранска, Ульяновска и даже из далекого Владивостока. А также вне конкурса выступит 3 вокальных коллектива. И оценивать конкурсные номера сегодня будет профессиональное, независимое и довольно строгое жюри, в составе которого... Друзья, вы готовы поприветствовать наше жюри? Тогда почему так тихо? Давайте сначала громкими аплодисментами их поприветствуем. Итак, начнем, пожалуй, с председателя жюри. Елена Нейна, победитель международных конкурсов, выпускница детской эстрадной студии «Волшебники двора», основатель детской эстрадной студии «Нейна». Член жюри Виктория Цапина, певица, композитор, автор песен на английском и русском языках, выпускница кафедры эстрадно-джазового вокала Московского государственного университета культуры и искусств. Член жюри Денис Загуменов, звукорежиссер, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, звукорежиссер зала ТВ-проекта «Голос» на Первом канале, основатель школы звукорежиссуры «Mixing School» и музыкальной школы для детей для взрослых «Talentas.ru». А также сегодня в составе жюри будет специальный член жюри по костюмам. Это Анжелика Насонова, дизайнер и основатель бренда детской одежды «Эвелин Kids». Сейчас мы начинаем наши конкурсные прослушивания. И первыми на сцену приглашается самый юный коллектив, который у нас самый многочисленный. Ребятам всего 4-5 лет. И называются они ансамбль эстрадной песни и театрального искусства «Грейс». Ну, это понятно, вас уже представили. А вы, кто-нибудь из вас ходит в садик? Нет. А ты ходишь в садик? Нет. Не ходите? Я в школу. Уже в школу? Да. Кому бы ты хотела передать привет на камеру? Дядя. Дядя. Диме! Кому? Диме! А родителям не хотел передать?
хотел. Ну так передай и поцелуйчик воздушный на камеру. Хочешь папе передать привет? Передавай. Привет. Папа, привет. Привет. А тем временем, друзья, я приглашаю на сцену участника номер один, Ершову Марусю. Так, почему же так тихо, друзья? На самом деле это сложно выходить на сцену, особенно маленький ребенок. Давайте его поприветствуем. Все дети талантливые, пожелаем им удачи тем самым. Так, Марусе 4 года, но несмотря на свой юный возраст, она уже не первый раз выходит на сцену. Маруся – дипломант первого вокального конкурса «Лети со мной». Итак, если вы готовы, то на сцене Ершова Маруся, 4 года, город Москва. Спасибо большое. Ты настоящая молодец. Оценки жюри. 5, 5, 6. Аплодисменты. Привет, красавица. Ну что, как настроение? Как спела, как думаешь? Хорошо. Хорошо спела, да? Это было очень сильно. Ты, наверное, манной каши очень много поела дома перед выступлением. Да. Да? Ну, силы есть на все выступление, на весь день? Да. Можешь передать привет на камеру маме или кому хочешь? Да. Привет. Я всех вас рада приветствовать на втором всероссийском детском вокальном конкурсе «Лети со мной». Это, наверное, один из немногих конкурсов, в которых самым юным участникам всего лишь 3-4 года. И первый конкурс, который был весной, когда детки выходили в 3 годика, мы, конечно, все члены жюри были очарованы. Многие дети в 3 годика еще толком не разговаривают, а тут дети уже выходят и дарят нам свое творчество, свою радость. Я еще хотела бы поблагодарить
главного, наверное, вдохновителя, организатора этого прекрасного конкурса. Екатерину Смирнову. Давайте ей бурно поаплодируем. Юные наши звездочки, я всем вам желаю, чтобы вы не волновались, выходя на эту сцену, чтобы вы не думали, какие мы поставим оценки. Самое главное, чтобы вы получали удовольствие от своего выступления и дарили нам всем радость. Спасибо. Так, ну что, с праздником! Поехали, полетели! Спасибо большое. Друзья, кстати, сегодня очень хороший день, сегодня праздник, сегодня день мамы, день матери. Поэтому все мамы, все, кто сидят в зале, а их сегодня здесь много, я вас поздравляю с праздником. Мы вас всех очень любим, говорю от всех детей, даже если вы что-то нашкодили, то спасибо вам за все, мы вас очень сильно любим, да? Да, ребята? И следующая наша участница Буликсерия Ева принимала участие в первом вокальном конкурсе «Лети со мной» и победила в своей возрастной группе. Она также участница вокального ансамбля «Крейс». И сегодня, в этот прекрасный праздник, она посвящает песню своей маме. Спасибо, Ева. Великолепная песня для всех наших мам. Надеюсь, что и такие великолепные будут оценки. Итак, внимание, жюри. 6, 6, 7, 7. Ева, ты такая молодец. У тебя была такая трогательная спасибо. Песня про маму. Она, наверное, сегодня с тобой приехала поддержать тебя. Да. Приехала, да? Ну что, как настроение? Готова побеждать? Я знаю, ты на прошлом конкурсе «Лети со мной», ты стала первой в своей возрастной категории. Ты сегодня готова побеждать? Да. Отлично. Передай привет маме на камеру.
Дыркина Вика. Ей 5 лет, она из Москвы. Она занимается в студии мюзикла в детском центре «Идеал» и принимает участие в нашем конкурсе впервые. Поэтому мы должны встретить громко, хорошо и душевно. Хорошо? Договорились? Итак, Петыркина Вика, 5 лет, Москва. Большое. Итак, мы слушаем оценки нашего жюри. 5, 5, 6, 6. Спасибо большое. Как настроение и вообще сложно ли было на новом месте выступать, на новой сцене? Нет, очень легко. Очень легко, да? Ну, был теплый зал, всем нравилось, как ты пела. А у тебя есть любимые звезды на нашей эстраде? И с кем бы ты хотела из них спеть? Я бы хотела спеть с моей подругой Алисой, но она сейчас отдыхает, у нее нет времени, она всегда в каждые выходные уезжает на дачу. А, понятно. Ну, я надеюсь, ты с ней споешь, я тебе желаю удачи, у тебя отличный голос, отличный талант, так что удачи. Давай, 5. Опа, молодец. Прежде всего, хочу поздравить всех мам сегодня с праздником, дорогие мамы. Все, что сегодня делают наши дети на сцене, это все благодаря вам. И поэтому прежде всего хочу вас поздравить. Очень здорово, что песни, которые звучат, это все вот про семью, про мам. Это все для вас и про вас. Но изначально это ваш труд и очень тяжелый труд, и мы это все очень ценим. А детки молодцы, конечно, мы ими гордимся. Супер, здорово. Я очень рада, что мы сегодня все здесь вместе, в этот праздник. Поздравляю. Стоян просит. Ей 4 года, она из Москвы.
На прошлом конкурсе «Лети со мной» стала лауреатом второй степени. И она, кстати, занимается не только вокалом, но еще и хореографией. Так что все серьезно. Итак, встречаем эту красотку. Стоян Фроси, 4 года, Москва. Поаплодируем нашим прекрасным девчонкам. И хочется услышать оценки жюри для этого прекрасного дуэта. 5-5-6-5. Спасибо большое нашим членам жюри. Ты у нас в роли кошечки сегодня? Да. А ты у нас в роли собачки? Собака. Собака, отлично. Ну вы прям зажгли. Вам сколько лет?
мне 4. 4 годика, а тебе? 6. 6 лет. А, ну, уже практически взрослые артисты. Она победительница международных и всероссийских вокальных конкурсов. Победительница ТВ-конкурса «Король караоке». Исполнительница роли Маши в интернет-шоу для самых маленьких «Три медведя». Да и просто хорошая, талантливая, классная девчонка. Встречайте, гость нашего конкурса Злата Осипова. У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила березовой горушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, копала ледяные льда над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду ими, а из окон порог синий, синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду ими, а из окон порог синий. Сколько лет нужно, чтобы так научиться петь, как ты? Ну, на самом деле, это немного, всего лишь 2 годика, по-моему, это мало, совсем мало. И слова там очень легкие, припев повторяется, но для дыхания это тяжело. Что ты можешь сказать нашим конкурсантам, совсем юным еще исполнителям? Не волнуйтесь, все будет хорошо, я знаю. Эти жюри, они не совсем строгие, у них в душе очень добрый характер. На сцене у нас появляется мужчина. Наконец-то. Это важный момент. Беляков Алеша. Ему 5 лет, и он из Москвы. Активный участник студии мюзикла детского центра «Идеал». Вот он, наш красавец. Итак, Беляков Алеша, встречайте. Thank you.
Итак, оценки нашего жюри. 5, 5, 6, 5. Аплодисменты Алёше. Скажи, а ты добрый гномик, да? Да. Ты исполняешь желание? Да, исполняю. А ты сможешь моё исполнить? Я хочу, чтобы этот конкурс никогда не кончался. Сможешь? Смогу. Сможешь, отлично. Я тебе тогда желаю удачи, хорошего настроения, чтобы ты дальше продолжал петь и радовать нас не только пением, но еще и танцами. Ты так танцевал классно. Ибрагим Раши. Ей 3 года. Она из Москвы. И она свою песню «Вырасту певицы». Но, по-моему, она уже у нас певица, да? Потому что самая юная участница нашего конкурса. Но, тем не менее, Рошель уже принимала участие в нашем первом конкурсе. И впервые на сцену она вышла в 2 года. По-моему, мне пора уже уходить отсюда, потому что сейчас начнется настоящий фолк. Ну, давай. Ибрагим Рошель. Настоящей звездой стал. Так. Оценки для нашей малышки. Напоминаю, ей всего 3 года. Шесть, семь. Вот такие великолепные оценки получает Рошель. Как у тебя настроение? Хорошо. Хорошо. Кто тебя сегодня приехал поддержать? Кто с тобой? Ты-то самая молодая, самая юная. Я надеюсь, что у тебя все получится. И ты еще станешь тут первой. Как ты думаешь? Я думаю, что я первая стану. А мы едем дальше. И на сцену выходит Смирнова Алиса. Она тоже совсем маленькая, ей 4 года. Вокалом занимается с 3 лет. И кроме вокала очень любит свои занятия танцами в студии «Тодос». Она принимала участие в нашем первом конкурсе и впервые занимается в модельной школе, участвовала в модных показах и съемках рекламы.
Итак, встречаем Смирнова Алиса, 4 года, Москва. Алиса, 4 года. С песней «Паучок». Так, послушаем ее оценки. 5, 6, 6, 6. Спасибо. Ты отлично спела. Как у тебя настроение вообще? Хорошо. Чуть-чуть слова забыла, да? Угу. Ну не страшно, ты зато так станцевала хорошо. А ты знаешь, сколько у паучка лап? Много. Много, у него 8 лапок? Вот, ты так... Ого, ничего себе. Вот это да. Сколько тебе лет, скажи? 4. 4 годика. Юная... Юная актриса? Или певица все же? Не певица. И певица, и актриса? Ну, в общем, я тебе желаю удачи, хорошего настроения. Вот, и всего хорошего. Все, давай 5. Молодец. Следующая наша участница – это Корякина Маргарита. Ей 5 лет, и она из Москвы. Занимается в студии мюзикла детского центра «Идеал» и споет она для вас песню про енота. В нашем гараже.
дороги зовет. Мы через пит тут они встаем. Острые суки, бантик в руках, самый веселый воспитанок. Острые суки, бантик в руках, самый веселый воспитанок. Корягина Маргарита. Итак, оценки для Маргариты Корягиной. 5, 5, 5, 5. А скажи, у тебя есть домашние животные? Есть, а кто? Собака и кошка. А почему песня «Енотик» тогда? Потому что. Нравятся еноты? Или кто выбирал песню? Я. Ты выбирала песню, да? Понятно. Ну, в общем, я тебе желаю удачи. Вот, и надеюсь, займешь хорошее место. Вот, что-то выиграешь. Все, давай 5. Опа, молодец.